Город Тында в 2020 году участвует во всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды, малых городов и исторических поселений с проектом «Бамовский Арбат». Продолжая московскую тематику и подчеркивая столичный лоск, мы создали проект, который станет местом притяжения тысяч жителей и гостей Тынды. Скверы, пешеходные зоны, места отдыха с оригинальным дизайном, обновленные фасады и современное освещение. Это наш Арбат. Он станет достопримечательностью и гордостью столицы Байкало-Амурской магистрали. Просим жителей Тынды поддержать проект в социальных сетях с хэштегом «Города меняются для нас».